Пушкинской картой для школьников и студентов от 14 до 22 лет открыта буквально вся культурная жизнь Петербурга. Будь то выставки, музеи или театры. Главное определиться, что больше по душе. Потратить культурные деньги можно на мечту многих детей. Посмотреть балет в северной столице. Михайловский театр в новом сезоне специально подготовил необычный семейный спектакль «Конек-горбунок». Среди первых зрителей будущие обладатели Пушкинской карты. Школьники готовы провести учебные дни за партами, а свободные вечера в партере. В театре я был 2 года назад и считаю то, что нужно это как-то исправлять, ходить чаще в театр. У меня есть много знакомых, которые очень часто ходят в театр, и хочу быть наравне с ними. Хочется получить прям ярких, таких запоминающихся эмоций, потому что, ну, вот в таком месте, вот здесь, я впервые. Занавес – главная декорация в спектакле. Он не открывается, а словно исчезает. «Конек-горбунок» – настоящая сказка. На сцене главные герои и летают, и даже плавают среди рыб и медуз в подводном мире. И все это – классический балет. Объединение классического балета, артистов, живописных декораций и мультимедийных каких-то штук и фокусов. И здесь мы просто развили это и довели это до того, что действительно из этого начали получаться такие видеодекорации, появляться объемы. Конечно, я считаю, что до идеала далеко, но мы будем работать и стараться дальше. Полгода у режиссеров ушло на то, чтобы соединить яркую цифровую картинку, классическую хореографию балета и музыку Родиона Щедрина. Сцена в палехской росписи, а спецэффекты переносят театральное пространство совсем на другой уровень, в еще одно виртуальное измерение сказочной истории. Мы должны все время быть на шаг выше любого другого театра и иметь собственное лицо, самый важный момент, да, потому что мы не большой и не Мариинский театр, который хранят именно наследие как бы классическое, а мы все-таки театр, который должен и был всегда этот театр такой новаторский. Несмотря на все новаторства, «Конек-горбунок» – балет с фольклорными мотивами. Сказка придется по душе и взрослым, и детям. Именно на такую семейную зрительскую аудиторию Михайловский театр и делает ставку в новом сезоне. Алина Чебан, Михаил Марков и Ольга Потапенко. Вести Петербург.